Так, друзья, привет всем. Это Валера. Сегодня у нас такая темка. Я проехал в деревню. Один хороший человек подогнал мне одну штуку. Штука это барабан от стиральной машины. С этого барабана я хочу попробовать сделать себе мангал, так как это такое дело накладное, если покупать или заказывать. А так как мне один добрый человек подарил вот этот барабан, хочу поделиться с вами этим видео и показать, что получится вообще с этого чего. Сейчас покажу сам барабан. Вот такой большой вот барабан. Это нержавейка. Должна она служить долго и честно. Я думаю, что она не должна быстро прогореть. Я видел ролик, где рассказывают, что у человека прослужил этот мангал 10 лет. Так как он с нержавейки, он не ржавеет и не так прогорает, как все остальное. Некоторые парни, я рассказывал, не поверили в это, но я верю в это, потому что у меня у самого была коптильня. Коптильня была из простой жести. Вот простой бачок, как там раньше называли, бельварка, она у меня прослужила ровно 3 года. И то она бы еще служила, мне кажется, если бы я ее накрывал зимой, там осенью, когда шли дожди, ее заливало водой. Она больше прогнила, чем прогорела. Поэтому вот этот мангал, я думаю, что прослужит долго. Давайте будем делать сейчас. Я хочу просто обрезать вверх, пока я сделаю на ножке его. А дальше, может, что еще промудрим и сделаем как-то покруче его. Так, друзья, смотрите. Тут все легко и просто. Есть вот такая штука, которую крутит ремень специально, вот этот барабан. С нее очень просто делать ноги. Просто одеваешь и она само собой получается уже нога готова. Только что я потом попробую сделать эту ногу повыше. Эти бешеные псы бегают. Я таких боюсь. Так, вот зажимаем этот болтик, чтобы нога не убежала никуда. Все, смотрите. Все, невысокий, но как бы на ноге и устойчивый. Все. Мне надо расширить вот это вот пространство, чтобы нормально легла вот эта решетка с мясом там или с колбасками, кто с чем будет делать. Вот, смотрите. Где-то мне чуть поширше надо обрезать. Некоторые вырезают квадратом, но я хочу кругом, чтобы симметрия была нормальная. И не так пугало видом своим. Поэтому будем вырезать сейчас. Обрезать будем вот этой штукой.
Короче, в таком духе снимаем дальше. Что, друзья, срезала ветку. Осталось чуть-чуть обшлифовать ее, можно не резать руки, чтобы не кололось ничего. Больше он обшлифовал. И получается, что решетка полностью ложится. Все. Больше ничего не нужно. Мангал готов. На ноге невысокая, но можно трубкой ее удлинить. Чтоб было повыше, может поудобнее вот так. Как бы, ну и так я скажу вам, что очень даже хорошо получилось. Сейчас покажу поближе вам. Ну, вот получился вот такой вот мангальчик. Можно сказать, на быструю руку. А если еще найти меньше барабан, можно как мобильный сделать, в машину бросить, чтобы в багажнике всегда был при себе. Подождем вечера. Вечером будем что-нибудь жарить. Опробуем, расскажем, как дает жар. Скептики говорят, что жар уходит через бока, но некоторые люди, которые сделали такой мангал, говорят наоборот, что очень хорошо продувается и жар идет вверх. Так что попробуем, посмотрим. До вечера. Вот, друзья, и работает наш мангал. Пока растапливаем, распаливаем. Посмотрим, что он нам пожарит. Короче, мы растопим сейчас угли и будем жарить, и тогда увидим, что получится. Короче, от газеты вот получилось такое чуть-чуть. Разгорелось, где не разгорелись еще. Но ветерок хороший, думаю, должны они все разгореться нормально. Короче, друзья, получается вот такая вот красота. Такая вот. Жар очень хороший, получается, что по бокам обдует, но жар весь все равно идет через верх, он через бока никак не выходит. Кто-то там говорил мне, что сильно будет обдувка срабатывать, но обдувка срабатывает на то, чтобы работали угли хорошо. И поэтому горит она от АС. Так что вот так, будем скоро пробовать. Ну вот, это заключительная версия, и сейчас будем мы их снимать и пробовать в концовке. Так что я думаю, что мангал получился больше удачный. Обдувка срабатывает хорошо. Сейчас все будет вам видно. Вот смотрите по краям как. По краям все красно полностью. Так что вот так, пожарилось очень быстро. Пожарилось очень быстро. Так как обдувка хорошо работает, то уже даже огонь разгорается от жира. Так что будем тушить. Так, друзья, получилась вот такая колбаска красивая. Вот такая вот. Ну, короче, поляна красивая получилась. Как колбаска, не знаю. Вон стоит мангал. Вот этот дядя сейчас будет пробовать колбаску. И вот этот тоже дядя будет пробовать колбаску. Короче, надо сначала выпить, наверное, за новый мангал. Тут просто есть люди, которые стесняются сниматься. Ну ладно, на следующий раз их снимем. Так, люди, ваше здоровье. За троицу. За мангал сначала. За мангал пьем. Пьем за мангал. Фух. За троицу завтра. Вот такая вот колбаска красивая. Завтра. Такая вот получилась колбаска. Огонь. Так что... Что хочу сказать, разбирайте свои машинки стиральные и жарьте смело колбаски. Машинка купится потом, в следующий раз. Так что все, всем приятного аппетита, до скорой встречи, пока.